этом сезоне план призыва с объединенной территории увеличен почти в два раза. Важно отметить, призывники с высшим и средним специальным образованием имеют право выбирать между контрактом и обычной срочной службой. Если до 31 декабря молодые люди, получившие повестки, не явятся в военкомат, они будут объявлены в розыск, привлечены к административной ответственности. Явка на призывную комиссию включает, первое, это явка на прохождение медицинской комиссии только после решения медиков о состоянии годности или негодности, или направления на обследование, или предоставление отсрочки по состоянию здоровья, призывная комиссия примет какое-то решение. Призываю всех молодых людей идти в военкомат, выполнить свой долг, по крайней мере явиться, а там уже призывная комиссия решит, что с ним делать. За разъяснениями, связанными с призывом в армию, анапчане могут обращаться в военно-учетный стол по адресу улица Ленина, 177, или в военкомат Темрюка на улице Октябрьская, 5А.